Добрый день. Вечер уже, скорее. Программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Как всегда, по вторникам у нас в гостях человек. Разговор один на один. И поскольку наша тема — это разговор о болевых точках современности или повседневности, то вот я решил сегодня обговорить такую болевую точку, как современное искусство, которое, вы знаете, в последний год стала одной из самых таких, одним из яблок раздора в нашем обществе. Может быть, даже несколько неожиданно, ожидаемо, с одной стороны, собственно, это функция современного искусства, будоражить, провоцировать, собственно, об этом мы и поговорим. Но все равно те художественные акции началось это уже больше года назад, полтора года назад, когда была акция группы Война на литейном мосту в Петербурге, когда там был нарисован огромный 70-метровый член, который, так сказать, на поднимающемся разводящемся литейном мосту насчет напротив ФСБ встал. И э, затем уже, э, естественно, знаковое, самое знаковое событие этого 2012 года уходящего это акция Пусерает. Тоже художественная акция которая фактически расколола наше общество, заставила вмешаться государство. Ну и ряд других художественных акций, которые позволяют говорить о том, что современное искусство сегодня современно и актуально как никогда. Оно является таким невероятным раздражителем в самой сердцевине общества. И мне кажется, наш сегодняшний гость, как никто другой, может об этом вот поговорить, об этом поразмышлять у нас в эфире. У нас в гостях Марат Гельман, галерист. Добрый вечер, Марат. Добрый вечер, да. Самый, наверное, известный галерист, да, The Gallery, можно сказать, в нашем общественном сознании, потому что как раз вот с вами-то очень часто и связаны всяческого рода вот такие вот провок провокативные акции. Ну, я здесь единственное, что хочу сказать, что вот галерея с 90-го года, там делает ежегодно 15 выставок, ну, может быть, одна-две острые, но так как медиа отмечают только острые, а люди на выставке не ходят то у них некоторое такое впечатление о том, что, значит, что я занимаюсь провокативным искусством. То есть я, в принципе, занимаюсь тем искусством, которое у нас сегодня есть, оно разное. Есть художники, которые занимаются чисто пластическими проблемами, есть художники, которые занимаются социальными. Но естественным образом те, которые работают социальными, они ну, более известны, они б... вызывают большую реакцию не у профессиональной публики. Так что это образ. Да? Вам какие ближе, пластические, социальные? Хорошие. Дело в том, что вот качество искусства, оно, вот когда, например, мы говорим о живописцах, мы понимаем, что там один из ста может быть хороший, да, а когда мы говорим об акциях, нам почему-то кажется, что надо отвечать за все. Там тоже бывают плох... плохого искусства всегда больше, чем хорошего. Вот. И, ну, я вот такую метафору приведу, что вот ну, как бы такая острота, некая провокация. В искусстве это как красная тряпка, э, красная краска у традиционного художника. Вы же не можете сказать, что вам больше нравятся красные работы или те работы, в которых нет красной краски. То есть, э, ну понятно. Ты это смотришь одно... на, то есть, на качество работы, острота не влияет, на известность влияет, а на качество не влияет. Ну, это одно из главных выразительных средств русского искусства «Красная краска», если посмотреть вот эту знаменитую выставку «Красная», которая красная, да, объехала да. весь мир несколько лет тому назад от иконы Домолевича. А, и вот в этом смысле все-таки согласитесь, что вот эти вот э, скандальные, провокационные художественные акции, они сформировали, формируют контекст, да, поле общественной дискуссии вокруг современного искусства. Почему так получилось именно в последний год? О чем это свидетельствует в нашем сознании? Ну... Да, то есть в принципе, нашем обществе. В принципе, радикалы, да, они описывают некие границы, да, и все остальные находятся как бы внутри них. Но что касается формирования контекста, контекст формировало и художники, и общество. Здесь э, ответственность, ну, как минимум 50 на 50, а на самом деле на обществе больше. Я э, вот э, вы упомянули, значит, акцию ⁇ Пусирается ⁇ Они до этого еще сделали такой проект на лобном месте. Да. Вот где, значит, выступали против нашего президента. И э, это абсолютно в каком-то смысле повторило две акции Александра Бренера в 1993 году. Александр Бренер, когда началась чеченская война э, вскочил на лобное место в трусах спортивных, боксерских перчатках и начал вызывать Ельцина на бой. Его защищали студенты, он продержался полчаса. Вот. А через некоторое время он ворвался в Елоховскую церковь и изображал из себя такого бесноватого, рвал на себя одежды и кричал «Чечня, Чечня!», носился по, по церкви, там переворачивал там, какие-то предметы. То есть, в общем, нанес гораздо больше такого вещественного урона, чем посирается. Такая позиция юродио, и там, и там. Да. В и в одном ложим, и другом да. случае его взяли э -э наши органы, продержали в одном случае 4 часа, в другом случае ночь. Он написал объяснительную. На следующий день суд заплатил 500 рублей штрафа. И кроме 30 людей, специалистов по искусству, еще по этому искусству, акционистскую, никто об этом не знает. — Удивительно. Вы вот сейчас это говорите, я вспоминаю всю нашу дискуссию последних месяцев про Пусирайт. Я первый раз это слышу, при том, что я не скажу, да. как бы следил за дискуссией. — Да, значит, Александр Бринер, да, то есть он достаточно был радикальный художник, он бросал там банки с кетчупом в посольство Белоруссии, когда они там что-то не так... То есть, то есть, в этом смысле общество и, в общем-то, власть, которая вот так вместо... 500 рублей, значит, решила наказать хулиганок, да, в кавычках. Вот, оно несет гораздо большую ответственность, чем сам художник. Потому что художник — это боль. То есть это действительно болевая точка. То есть он как бы фиксирует какие-то болезненные вещи. Он не является лекарством, он не является болезнью. Понимаете? Но в то же время реакция на боль ну в качестве обезболивающая она общество ослабляет то есть я обычно привожу, ну конечно боль это неприятно это вообще и мы хотим избавиться от нее но если мы от нее не дай бог избавимся поднесли руку к огню и не отдернули рука сгорела то есть в этом смысле первое то что мне кажется что действительно общество реально больно и поэтому болезнены становятся вот эти акции художников. Во-вторых, действительно есть такой момент, когда сама, сама сфера искусства наша, э, ну, в общем, последние, может быть, лет семь, находилась в таком удивительном благополучии. Э, там новые коллекционеры, международные выставки, музеи. Новые музеи открываются, а в то же время там Третьяковка, Эрмитаж, русский музей открывают филиалы, и все это Бамонт. Жены богатых людей открывают, значит, свои фонды. Ну, такая коммерциализация, да. И в какой-то момент вдруг стало понятно, что это плохо для самого искусства. И вот появилась сначала группа, война, да, которая, значит она разрушительна для этого художественной среды, это правда, но понимаете, коросту сорвать без крови не получается. То есть эти, эти ребята, вот эти радикалы, их главная была задача попытаться снова вернуть художника какой-то гражданской позиции. Ведь по большому счету художник не производит никаких материальных э, ценностей, в смысле, ну вот таких полезных, да, ни хлеба, хлеб не печет, да, там уголь не, не добывает, да, он собственно говоря, общество содержит из художника сегодня для того, чтобы художник был этой болью, чтобы он дистанцированно наблюдал за, э, за обществом каким-то образом его. Я хочу уточнить здесь, Марат, художник да. именно современный или вы вообще как ну, художник я... в, ми в мировом <как> контексте, потому что, скажем, с точки зрения какого-нибудь банка, коллекционера банка, он не хочет художнику болью, он хочет красивую картинку на стену. Вот, скажем, виноградов и которые да, да. вышли из вашей же тоже, да. собственно, плеяды. Uh, uh, вот, и их ну, подъем... я, я, конечно, некорректно выразился, что yeah, там, yeah, художник yeah, yeah. должен Художественная среда в том числе должна выполнять эту функцию А она перестала Согласен, да вот, То есть, в принципе, каждый художник сам себе принимает решение, чем он занимается, какие задачи он решает И некоторые художники, как, например, Дима Гутов говорит, что моя критика власти заключается в том, что я просто ее игнорирую и я занимаюсь чисто художественными э, проблемами. Но э, здесь важно другое, что э, среда, вот эти радикалы, они по большому счету стремились оздоровить среду, то есть сделать ее менее коммерческой. И действительно в декабре, когда там люди вышли на митинги э, там, против фальсификации на выборах, вся художественная среда вдруг осознала, что мы уже не авангард кстати, и, и, в эстетическом смысле тоже. Потому что вот это вот вы нас даже не представляете, да? То есть это же все, это уже как бы, это творческий процесс. Это творческий. Вы, вы, были на митингах? Нет, я не да. ходил на митинги, я был в Перми. Но вы отслеживали, да, весь я тот, то, сказать, креатив, который вы приснулся? Да, да, да. Вам не приходит в голову это выставлять? Ну, это артефакты, я занимаюсь искусством. Вот. Но уже художники, которые это через себя пропускают это и делают художественный процесс, да, вот там Люсинет Джанян. там, то есть есть такие художники, которые работают с, эти, с, с этой творческой энергией, и иногда это бывает интересно, вот. Но я просто хочу сказать, что вот этот декабрь он показал всей художественной среде, что что-то не так, и значит надо надо куда-то двигаться, и сейчас мы видим такую достаточно ну политизацию. Если раньше, ну это как не коммерциализация, политизация. Вот. Искусство, и что тоже бывает плохо, потому что, ну извините, там советский соцреализм ⁇ это как бы политизация. То есть это когда эстетика подчиняется полностью идеологии. Вот, ну, значит, вот так так и движется. На самом деле художественная среда так и движется от одной опасности от к другой да, опасности, от, от гламура к политике, от политики, да. от, политики от политики к гламуру. Но вот вы знаете, я хотел бы все-таки на этом остановиться, на этой боли, мне потому что это очень интересно, не только потому что у нас болевые точки повседневности, но это вообще как некий а, жанр что ли, да, то а, пространство боли, которое творит современное искусство. Ведь посмотрите, даже если взять э, функционирование масс-медиа в общественном сознании, они-то тоже прежде всего работают с болью, работают со страхом. Да? Может быть, здесь современное искусство идет по пути, я не знаю, пиара идет по... Ну, нет, скорее нет, не пиара. Про пиар может быть отдельно мы поговорим. Вот я хочу прежде всего взять масс-медиа, да, массовые желтые медиа. Основным материалом работы, с которым э, да, фактура является боль. И вот здесь может быть искусство, тоже. Ну, э, во-первых, язык. Значит, одна из главных проблем это то, что э, публика, неискушенная публика, не различает художественный язык. Э, то есть, э, вот, например, когда в фильме Чапаев показывают Эйнштейна, значит, люди сидят в кинотеатре, на них едет паровоз и они разбегаются. То есть, они не различают, что это кино. Они реальные паровозы, им кажется, он сейчас их раздавит. Это, и они разбегаются из кинотеатра. Это Люберовая имеете Да, да прибытие поезда, да да, 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 да. Вот. И, значит, у нас очень часто происходит то же самое. То есть вместо того, что... То есть воспринимают боль как проблему, а не болезнь. Не различают это. Язык художника очень часто, кстати, иногда сознательно, имитирует жизнь. Но ну, вот такой самый такой характерный значит, пример из моей там, практики, хотя их было много. Художник Илья Чичкан, украинский художник, один из лучших. Приехал, значит, я его пригласил сделать выставку, долго думал, походил по Арбату, и там, значит, обнаружил киоск продавца орденами. И, ну, там сверху фальшивые такие медальки, а в, там внизу настоящие. И рекламировал он этот свой бизнес э, обезьянкой, одетой во френч э, с медальками. И вот, значит, э, это была, кстати, первая выставка. Какой Вечка год? На... <звязывать> год? 90-е еще, да? Да, это было, ну, да, да, 99-й год. Это была первая выставка Чикана с обезьянами. Он сделал психологические портреты обезьян в разных френчах, там американские, английские, там арабские, значит военных этих самых. Значит такая как бы выставка. И, значит, притащил вот этого э, э, человека, потому что портрет его обезьяны он тоже сделал в этом френче, в сталинском таком, на выставку. Прошла выставка, значит, вот пять лет. Этот киоск стоял, не, люди проходили, никто не замечал. Ну, стоит на Арбате. Вот здесь продают матрешки, а здесь продают ордена. Но после этой выставки что-то попадает в сеть, фотографии попадают в сеть, начинаются угрозы. Угрозы мне и Чичкану. Как вы смели одеть э, френч на обезьяну? Да. Вы сволочи, вы ненавидите наш народ. Вы... То есть как бы агрессия идет не на явление, потому что дело даже я я считаю, что и этот человек он он занимался торговлей орденами, он конечно сволочь, но в принципе явление то, что у нас бедные э, ветераны, ну, которые вынуждены рядом, да, да. вынуждены торговать своими наградами, да. вся берлинская стена, вон, это сплошь сплошь продажа орденов там да, эти киоски, да. вот то есть как бы вместо этого значит вся агрессия идет на галериста и на художника. То есть это есть проблема. Почему? Потому что они не различили язык. То есть они, вот если они смотрят в кино, там кто-то, там актер один убивает другого актера, они понимают уже, то есть язык кино уже, что это актер и что это не кровь, а клюквенный сок. А вот в искусстве еще не понимают, еще нет вот этого опыта смотрения. Вот нет границы между киоском, да, который на улице, это вроде как жизнь, это как не искусство, если человек деньги получает чисто за торговлю орденами. Это пос пространство да. поступка, а Простран... это пространство жеста. Пространство... Они этого не различают. Вы знаете, очень интересно вы эту историю рассказываете, и кто бы мог думать, да, что лет через 5-7 появится вся эта георгиевская лента, вся эта вакханалия да. с лентой, и вот эти самые, да, заслуженные георгиевские ордена, они выйдут на улице, люди начнут повязывать их на собак, на шнурки, на какие-то завязки. вот, Что это превратится в невероятно попсовую историю. То есть здесь как здесь бы предвидено было здесь вот Здесь дело в том, что в принципе превращение в, в, ну, в масс-медийный образ, это такое, ну как стихийное. То есть это, ты остановить это не, не можешь. Любая популярная вещь становится частью э, вот этого огромного бизнеса, ну, такого мирового бизнеса, построенного на вот этих брендах. И Че Гевара, значит, сколько бы вы ни ругались, все равно коммерциализация произойдет. И Иисус Христос, суперзвезда, то есть это именно то, точно так же, как Микки Маус. То есть с точки зрения массового сознания, Путин, Микки Маус, Христос — это некие фигуры, сим символические фигуры, вокруг которых вот эта вот вся Попса, она как бы формируется. Ну да. Но здесь, единственный тогда вопрос: вот в чем я вижу, наверное, да, задача куратора, э, галериста в том, что определять: ну, и художника, в первую очередь, определять границы между поступком, который из плана реальности из плана жизни, и жестом, который из плана искусства. И вот ну, как научить жизнь. Да. Вот, 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 вот возьмем, пусть и, пусть и рает. Да. Это поступок или жест? Ну, дело в том, что, конечно же, в любом жесте есть поступок, в любом поступке есть жест. Ну да, естественно. То есть, собственно говоря, вот то, что сейчас называют креативный класс, там творчество, это все, ну, как бы начальник этого всего, Йозеф Бойс, который говорил, что всякое мое действие есть искусство, то есть в любом действии можно найти эстетический момент, и всякий человек художник. Он имел в виду, что креативность, как творчество, заложено в каждом, его надо как-то раскрывать, и что мы все художники, мы все творим жизнь. Вот. Но, собственно говоря, я как раз вчера объяснял одному западному журналисту, что две разные вещи это художники или не художники, другое это искусство или не искусство, потому что, например, группа война, например, вот этот член э, на мосту, там жест мощный, то есть когда этот мост поднялся, он стал, мы увидели как бы заново архитектуру Питера в каком-то смысле. И... Ну да, как классный жест Петра да, в том числе да, на Неве, да. на болотах, и в то же время вот этот символическое напротив ФСБ, то есть и хулиганство тоже там присутствует, какое-то. Ну ночью там разбрызгали краску, там пришлось потом полдня ее отдирать. Соотношение затрат и результата совершенно фантастическое. Соотношение хулиган. И эта же самая группа, когда она там переворачивает с угрозой для жизни, кстати, полицейского, автомобиль, ну там жест уже на грани уголовки в смысле поступок, да, а жест ну не прочитывается. Вот, поэтому это вот надо говорить, что здесь как бы удачное это стало искусством, стало одним из одним из лучших таких стрит-артитов ну, в то времени в мире, я думаю, это одна из лучших работ. А это не стало. Это как бы некая такая. Но художник, который с этим работает, он изначально должен понимать все риски, потому что совершая поступок, ты абсолютно равен любому другому правонарушителю. Ну да, суду сложно объяснить, что это была художественная акция и, не нужно, и общественному мнению. И не нужно объяснять. По большому счету, мы понятно, что есть такое понятие, ну как бы каковы мотивы, да, художественные мотивы могут быть учтены судом в качестве, ну обстоятельства, когда он будет конкретные там наказания выбирать, да, но они не освобождают от, ну, от от самого наказания, условно говоря. Если вы видите там некого такого Робин Гуда, да, то вы же, который совершает преступление, но не ради своей выгоды, а ради чего-то другого, он вы все равно его наказываете за эти преступления. Вы просто учитываете, что у него были некие мотивы. И можете там ему не, не максимальный срок там какой-то, а меньше срок. Ну, смотрите, может быть, наказание тогда, осмелюсь предположить, встроено в структуру художественного высказывания. Вот я здесь такое, ну, не хочу показаться каким-то излишним циником, и, естественно, я очень, так сказать, обескураженный всем приговором, всем, что происходит вокруг Пусси Райт, и сочувствую тем двоим девушкам, которые сейчас остались в тюрьме. Но тем не менее, с точки зрения художественной акции, вся эта суперреакция, да, все, что все эти суды, все высказывания президента, премьера по этому поводу, мировая реакция и их пребывание в тюрьме, не являются ли они продолжением того же художественного акта? То есть все мы и все они играют вот в этой вот художественной стратегии, которая изначально была заложена в их выступлении. Ну вот изначально это неправильное слово. То есть я не думаю, что кто-нибудь предполагал такую жестокость, бессмысленность наказания. То есть, То есть какое-то предполагалось, но не такое. Конечно. Но я хочу сказать, что, с другой стороны, эта реакция изменила смысл акции. Ведь э, первоначально, как я понимаю, они, значит, выступали по большому счету против одной вещи: что церковь в лице ее э, главы призвала с одной стороны, значит, поддержать, поддержать действующего президента, и с другой стороны сказала, что не дело не дело верующего человека идти на выходить на митинги его дело молиться. И в принципе можно было бы дискутировать там хорошо это плохо, наруш, является ли это нарушение вот этой конвенции разных пространств, в которых можно или нельзя чего больше, жеста или поступка. Когда произошло все то, что произошло, смысл поменялся. Первое. Весь мир увидел, как работает наша судебная система. Так просто. Ведь смотрите, потом выяснилось, что несправедливых судов еще более несправедливых, чем с ними, было, да, и Таисия Осип, много было до них. Но именно эта акция высветила перед всем миром проблемы с нашей как бы, судебной системой. Это очень мощно. Это реально, и они, естественно, об этом не думали, когда они это делали. То есть, но смысл акции изменился. В этом смысле уже можно говорить, что да, судебная система фактически соавтор этого ну, да, произведения. Это Какой-то, видимо, смысл заложен изначально в их произведении, которое, может быть, они ну, даже вот и этого не осознавали. Про и систему, и он я думаю, нет. Про судебную но... систему, я думаю, нет. Второе, что вот, ну, для меня было удивлением, я думаю, ну, я не думаю, то есть я, конечно, им в мозги не могу залезть, но мне кажется, они тоже этого не, не предполагали в своей акции. То есть она была вот изначально просто простой, против некоторых действий Кирилла. И, вот. А второе, мы увидели, что в нашем обществе как будто бы два, две разных страты. Верующие люди и религиозные. И что это не одно и то же. Что есть люди, которые воспринимают православие как элемент собственной традиции. Они не задумываются о Христе, они не читают Евангелие, они не соизмеряют свою, свою жизнь Евангелия, Они просто говорят, мы принадлежим этой традиции. И мы готовы эту традицию защищать. Но ну, мы фундаменталисты и око за око и зуб за зуб и что вы нам тут Евангелие подсовываете значит мы будем защищать нашу церковь и так далее и так далее то есть это как бы религиозные люди фундаменталисты и есть верующие которые наоборот может быть они и не так часто ходят в церковь но зато они там следуют какому-то слову Божьему это важное ну это важнейшее открытие вы знаете у меня значит в блоге такой достаточно популярный блог столько цитат из Евангелий, причем уже и все, и четыре значит, канонических, и Апокриф вытащили. Никогда не было. За один месяц больше, чем за предыдущие семь лет. Угу. То есть это были дискуссии людей по поводу этого. То есть фактически... Они актуализировали, актуализировали и Евангелие, да, и интерес людей да, к Да, Конечно. То есть как бы и вот это вот... И мы теперь понимаем и сами себя лучше. Причем дело не в том, что одни хорошие, а другие плохие, что вот эти, значит, а просто есть люди, для которых церковь и православие это не, рели... не вера, это традиция, и они хотят защищать свою традицию, плевав на Евангелие. Значит, они будут идти против Христа в своей этой желании защищать свои традиции. Да и есть люди другие, которые действительно пытаются, э, значит. Как бы вот жить Пере, по Христу. Переосмыслить, да, переосмыслить Евангелие. Как всегда... скажем, евангельский проект Врубили и Тимофеевой, да, где то они есть. Современные То есть, фотографии... вот я хочу сказать: что я не думаю, что они этот смысл тоже закладывали. Понятно. Марат Гельман, галерист, у нас в гостях сегодня. Говорим мы о современном искусстве как о боли, об акциях, а после перерыва поговорим о реакции на современное искусство. И снова добрый вечер. Это программа Археология. Говорим сегодня о современном искусстве. Искусство как провокация. Наш гость сегодня галерист Марат Гельман. Но вот до перерыва мы поговорили об искусстве как боли. Художник, как некий а, агент, который выявляет в обществе или в государстве, в сознании некую точку боли. И э, в этом пространстве возникает художественная акция. Но вот что делать с реакцией? когда реакция в том числе бывает достаточно непредсказуемая. И здесь, Марат, я хочу реакцию в двух смыслах говорить. Реакция как просто бихевиористский, да, стимул реакции. И реакция в смысле той неожиданной мракобе, того мракобесия, той неоархаики, которая вот у нас полезла из всех щелей нашего общества в течение последнего года. Да, ну, э, как бы... Когда я э, в 90-е годы, такой достаточно активной у нас была жизнь, но она... Почти никого не интересовало, кроме какого-то небольшого круга людей, значит. И мы вот занимались тем, что как-то я, по крайней мере, ну, соединять вот такое общество с искусством. Но при этом всегда всем своим коллегам и художникам говорил, что мы не можем привлечь внимание только тех, кому это понравится. Мы ну, привлечем внимание всех, в том числе как бы и тех, кому это не нравится. И здесь, конечно, как бы основная проблема, как мне кажется, такая, ну, чем отличается неискушенность от невежества, да? Вот я там с неискушенной публикой работаю достаточно много, но невежественный, он, во-первых, он уверен, что вот его э -э картина мира единственно возможная. Это ну, агрессивная неискушенность. Да, а во-вторых, он уверен в том, что другого не может быть. То есть, вот это, конечно, то, с чем мы неожиданно столкнулись. То есть, э, общество не готово к тому, что мы разные. Общество, значительная часть общества хочет, чтобы мы были одинаковые. И чтобы, если там какой-то тренд, то есть мы можем спорить, этот тренд хороший или плохой, что вот общество становится там, условно говоря, православным, что церковь сближается с властью, в конце концов, ну, церковь была частью власти достаточно долго, поэтому мы можем спорить, хорошо это или плохо, но вот так, чтобы одна часть общества сказала, что другой части общества не должно быть, или людей, которые высказываются по-другому, да, там, ну, условно говоря, они говорят, Бога нет. У меня там, э, ну, э, такой более-менее такие среди вот этих э, людей есть... Э, люди не только 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 не не только мракобесы со щами как бы в усах есть и интеллигентные значит мальчики и так далее и так далее он мне вчера спрашивает слушай ну разве может быть творение без творца вот я говорю вы что имеете в виду говорит ну там типа каждый листик это же бог создал говорю, а если я так не думаю то у нас разговор может продолжаться или или нет, да? Он, значит, взял, ну, он такой, он взял, отложил этот свой тезис, uh -huh. хотя точно я его ни в чем не переубедил и даже не пытался. И пошел со мной разговаривать дальше о каких-то вещах, в которых мы, ну, типа, можем о чем-то спорить. Вот общество в целом, конечно, реагировало ну по-другому, то есть и как с этим, как с этим быть. Ну вот моя версия такая, что основная проблема не в обществе, а в позиции власти. Я то, в том, то есть власть в... подала сигнал. Да. Вот мракобесы, мне когда, значит, сейчас вот это огромное количество таких скандалов запретных в Питере, и в том числе там э, моя выставка. Иконы, да, сейчас? Вот Айконс, да, Айконс, да. да, 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 у вас по вот. И, значит, и мне, ну, говорят, что все, значит, Питер, значит, э, потерянный город, культурная станица вместо культурной столицы. Я говорю, знаете, ну, мракобесов, я уверен, в Питере не больше, чем в Москве или там в Нижнем Новгороде, в Краснодаре. Но в Питере они почувствовали сигнал от власти, что власть с ними. Они почувствовали, что Полтавченко свой. И что у них есть какая-то поддержка. И, вот, и это их воодушевило. Вот очень важно, конечно, чтобы власть дистанцировалась от этих ну, таких настроений. И очень важно, чтобы в священном начале... Ну вот то, что уже патриарх Кирилл им сказал, что значит, хватит как бы строить себя клоунов, ну как бы понимала свою ответственность. Ведь эти люди, некоторые из них, их вера в, в такую, в абсолютную прави, праведность церкви такова, что если, допустим, там сделал выставку Виктор Бондаренко, и достаточно крупный это коллекционер да коллекционер да. достаточно крупный э, священноначальник говорит эта выставка является духовным террористом терроризмом когда он это сказал может быть он какую-то метафору сказал но там появились какие-то там 50 человек которые это восприняли как почти приказ идти громить эту выставку то есть вот эта вот ответственность все-таки священная, когда mm -hmm. она дает ту или иную оценку. Ну, событиям. То есть, да, вы считаете, что в наших условиях такого патернализма, вертикалей и церковных, и государственных, Но люди это... смотрят наверх да. и воспринимают сигналы? Да. Да. Это ситуацию не изменит, это ситуацию ну, охладит. А изменит, главное, это просвещение. То есть, в принципе, и это уже наша задача. Там, например, я в работе в музея в Перми... Ну, как минимум, половина выставок обзорных. То есть выставка китайского искусства. Вместо того, чтобы прийти, нравится, не нравится, человек приходит с любопытством. А какое оно, китайское искусство? Выставка казахского, украинского искусства, видеоарт. То есть мы должны... То есть нет другого пути. То есть мы вот 70 лет людей отрезали от э, вот этого процесса, который были в, э, в арт-среде. Мы должны как-то эти вот эти 70 лет наверстать. наверстать. Да. Скажите, а вот в этих условиях как работать с религией? Художнику и галеристу. Как вам? Ведь начиная с Смотрите, Тараганьян сейчас в Праге, да, по-моему, если я не ошибаюсь. Самые Прага, вообще да. страшные какие-то выступления и контроверзы, и все это происходит по поводу религиозных выставок. И дальше, по-моему, будет только хуже. Причем не только у нас, да, на мусульман посмотрите, все эти карикатурные скандалы, фильм Невинность мусульман. То есть все по Хантингтону идет. Вот. Как в этом контексте художнику работать с религиозной тематикой? И надо ли? Ну, давайте сначала про надо ли. А потом, значит, как? То есть, как все-таки это такое дело персональное? Значит, в России до конца XVI века нерелигиозного искусства не было вообще. Причем и все вот эти страсти, кстати, и авангардизм весь, да, так сказать, такое экспериментаторство и художественное было там внутри. И бывали такие ситуации, когда художник-иконописец отдавал икону, которую он сделал, и он не знал, его то ли в тюрьму, в темницу бросят, то ли наоборот скажут: "Ты гений, значит, ты значит как бы богословие в красках значит создал", да? Потому что это все, то есть художники церковь в Европе достаточно длительное время была основным заказчиком. Караваджа, например, который сейчас ну, реально один из самых мощных современных художников того времени, в смысле современных по языку, его отвергали нет искры Божией. И все, и проблемы у человека. То есть были, да, тогда. То есть, как бы я хочу сказать, что надо иметь в виду, что история искусства, если вы посмотрите Метрополитен Музей, если вы посмотрите Лувр, половина работ связаны с религиозными мифами. Дальше. Современный художник работает в культурном ландшафте. То есть если он делает «Тайную вечерю», он дискутирует на самом деле с Леонардо да Винчи, со своим коллегой, если он делает свою какую-то версию. Если он работает с иконой Рублева, он работает с шедевром Произведением искусства, а не с религиозного. То есть он Дима Гутов вот это вот его вот эти иконы, которые сейчас на примере Кандинского. Какая металлические да, вот да. эти вот гнутых хорошо. Он же не делает религиозное искусство. Он просто считает, что так как же как есть греческие скульптуры, так же как есть китайские акварели, есть русские иконы. То есть это мировое мировой шедевр, и он с ними вступает в диалог. Поэтому нет такого вопроса надо или нет. Это часть нашего как бы мира, и они будут все равно с этим работать и вступать в диалоги со своими предшественниками, как бы которые внутри этого жили и так далее, и так далее. Безусловно, кто-то воспринимает это как есть небольшая группа художников, каких то как Дима в рубль. Горчахал, которые действительно религиозные люди, которые работают именно, то есть они создают религиозное искусство, то есть ну, пытаются делать современную такую религиозную. Воплощают не, свою веру, то есть да, они по да, вере. Да, да, по вере. Немного, но тоже тоже есть, вот. И надо сказать, что ну, запрещать это как бы глупо, то есть это будет. Но надо ли принимать в расчет так называемые чувства верующих, учитывая, что каждый раз число этих верующих, я даже здесь не о наших православных говорю, я, скажем, о мусульманах говорю. То, ну, вот, на чем еще вот первый ну, столкнулся. Здесь, Рушди. Есть здесь есть проблема. Вот в чем. Что? Во-первых, ты никогда не отгадаешь, что именно их возмутит. Например. Ну, вот я тоже, значит, такой приведу несколько. То есть, вот тот же самый Горчахал, который религиозный художник, который очень много общается со священниками. Значит, его, э значит, работа, значит, све э красоты и добра, значит, на нее тоже подали в суд. Особо верующие. Там написали: Евреи Христа сжигают. Вот. Значит,. Э в Третьяковской галерее, значит, инсталляция «Синих носов», кухонный супрематизм, где они делают точную реплику выставки Малевича, супрематической. И понятно, что среди фигур у Малевича квадрат, круг, есть крест. Крест, конечно, да. Подают в суд, что вот издеваются над нашим, значит, из сыра и колбасы делают кресты. Да-да-да, я помню. То есть но я вам хочу сказать, что я бы никогда не подумал, когда мы делали эту выставку, когда третьяковка у нас ее покупала, что, что такие мысли придут в голову, что кто-то может геометрическую фигуру тоже. Да? Вот, поэтому первое, ты очень часто не можешь отгадать. Надо, я думаю, церкви, может, копирайт какой-то на крест. Да? Как, знаешь, сейчас Газпром хочет Не, был... забрендировать да. синий цвет, что все, что да. в синем цвете будет, может, на крест да. надо? Да, бы было очень... Когда-то была идея, значит, там, когда они ходились, мы запретим вообще в кресты рисовать. Я говорю, так вы же больше всего, значит, тем художникам, пейзажистам, которые церквушки с крестиками, значит, им больше всего, значит... Э -э -э как бы испортите жизнь, потому что современный художник, он как бы языком владеет. Вот, поэтому у меня схема такая, что есть три пространства. Есть художественное пространство. В нем главное — это художник, его замысел, его воплощение. Здесь, условно говоря, он, он создает то, что он считает нужным. Оно это. где угодно может быть? Ну, художественное пространство маркировано. Это кинозал, фильм. Это музей, галерея, да, то есть mm -hmm. это художественное пространство. Оно маркировано как художественное. Если верующий человек пришел в Третьяковскую галерею, увидел картину Перова, да, в которой там поп в очень неприглядном виде, абсолютно пьяный, валяется. Ну да, крестный ход в Куберни да, губернии да. или чайпитие в мытищах. Он, он, он ведет себя как в музее. Точно так же, как там, условно говоря, если женщина, даже неверующая, заходит в православную церковь, она накидывает на себя платок. Ну, просто. ну да, законы жанра. Просто говоря, законы там... места. Ну, то есть, да, да, да законы, ну, место, да, в котором осуществляется этот да, жанр. Или да. тот же придет в кино, увидит, там, я не знаю, жизнь Брайана, Монти Пайтона. Ну да, да, да. То есть, это художественное пространство. Здесь, в принципе, как бы все то, что законно... Да, понятно, что закон существует, он как бы. Для закона дверей нет. Все то, что законно, все возможно. Есть так называемое профанное пространство. Ну вот, улица, вот этот мост. Публичное. Публичное. Да, да. которое не маркировано. В нем вот художник должен соизмерять соотношение простран... поступка и жеста и понимать, что за поступок вне зависимости от э, как бы силы жеста, может под, общество может его наказывать. Как они... Ну да, стрит-артист, который там ночью выходит и рисует, он понимает прекрасно, что если его схватят, то он штраф должен будет как минимум заплатить. Вот член в плену ФСБ. Вот этот вот литейный мост да. — это профанное пространство. Да, да, это профанное пространство. То есть это то пространство, в котором э, художник теряет вот этот иммунитет и... Он должен соотносить вот это пространство жеста, пространство поступка. И есть, ну, назовем это сакральное пространство, то есть пространство, которое так же, как и художественное, живет по своим, по другим правилам. И в этом пространстве надо действовать, можно действовать, но можно действовать только согласно этим правилам. Вот почему я говорю, что не, вот, например, в Вене есть ежегодные... вот как у нас есть ночь музеев, у них есть ночь церквей. Они сами, церкви сами приглашают современных художников, и они делают какие-то проекты современные, которые. И они таким образом привлекают в церковь молодежь, новую публику какую-то, которые гуляют по церквам, смотрят искусство и заодно, значит, там знакомятся с батюшками и, там, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, вот это вот... Э -э про, ну, типа правила, которые. Ну, да, так пусть и Райд, не нарушили ли они вот эту вот иерархию трех пространств? Нарушили свои акции? Конечно, нарушили. То есть, без сомнения, нарушили. То есть то, что можно еще на Красной площади, на лобном месте, которое квазисакральное пространство, уже нельзя перенести в чистое. Ну, вы знаете, сакральное. здесь же как ситуация э -э сложно. То есть художник принимает свои решения. То есть. Э -э в том числе и решение нарушать. Например, если вы поговорите там с людьми, которые защищают, как бы, изна... то есть у меня была такая ситуация, что я до того, как их посадили, значит, я там пытался организовывать стол, значит, пытался вот объяснять, почему этого делать нельзя. После того, как посадили, я перестал это делать, потому что, ну, некорректно там объяснять, что можно, что нельзя, когда девушки сидят, получится как предательство. Но люди говорят, что они первые начали. То есть врываться в художественное пространство, как бы, то есть, то есть в каком-то смысле э, с точки зрения вот э, такого, если представить себе художественное сообщество как некую такую корпорацию, да, то вот пришли люди, разрушили выставку, это самое запретное искусство, значит, а это ответный визит, да. Mm -hmm. То есть безусловно, вот как бы художник э, действительно, ну. Идет на нарушение очень часто сознательно. Та ситуация, которую я описал, это правильная ситуация. Но художник, который хочет разрушить, в том числе и правильную ситуацию. Ведь группа война создавалась, когда она создавалась воевать не с ментами, она создавалась, чтобы воевать с истеблишментом художественным, как бы со мной, да, условно говоря. То есть, как ты можешь, если ты принимаешь правила этого истеблишмента, то ты, значит, его никогда не победишь. Значит, надо, соответственно, каким-то образом разрушать. Ну Я... да, вот смотрите, правила истеблишмента. В этом году ведь пусть и Райт не попали в шорт-лист премии Кандинского. Не попали, да. Там, это тоже своего рода осознанное решение истеблишмента да, не идти дальше на эту конфронтацию. Если в том году совершенно законно дали инновацию группе Война, да, то вот, да, а в этом году они не попадают на Кандинского. Ну, там, во-первых, я хочу сказать так, что если для тех людей, которые хоть раз участвовали в каких-то премиальных делах, там, случайность этих премий, э, то есть, ну, вот, у нас, там, Пелевин, кажется, одну премию где-то маленькую получил, а Сорокин не одной. Ну, вот у нас э, в Перми он получил, как бы, mm -hmm. и до театрального такого свойства премия. Вот, то есть, там, текстуры... Вот, то есть, вот так получается, что э, это не показатель, конечно, премия, потому что иногда очевидные лидеры все время уходят из-под премии, потому что сумма, сумма, то есть, побеждает тот, кто не тот, кто ярче, а тот, кто устраивает всех членов жюри. Ну да. Вот наименьшее общий знаменатель. Грубо да, говоря. да, да. Поэтому я не знаю, как это получилось. Просто в прошлый раз э -э, война выиграла. Ну, во-первых, это действительно был яркий художественный жест. Да. Во-вторых, организаторы сделали ошибку, они попытались убрать их из номинации. И таким образом члены жюри фактически защищались. Вот что, что мы честные. Вот. Во-вторых, действительно, с акцией пустирается right, вот эти дискуссии о том, что является политическое пространство или художественное пространство. Здесь наиболее важным, то есть, то есть, эта дискуссия, Дело в том, что если бы их не посадили, я не дум... я думаю, большинство с художественной среды не, не было бы так солидарно, как сейчас. Вот если бы их не посадили, то э, многие критики э, ну, ругали бы их гораздо э, убедительнее и ярче, э, чем то, что делает сейчас там, Путин э, на встречах с ну, Меркель да. и так далее, и так далее. Вы себя чувствуете сейчас более ограниченным в своих выставках, в выборе художника, в своих, я не знаю, концепциях, учитывая вот эту вот новую ситуацию и новый вот этот неоархаический реванш? Нет. Нет. Я э, как бы вообще надо сказать, что там счастливый человек э, никогда себя не рынок, то есть не было ни одной выставки, которую я сделал ради того, чтобы там продать, то есть из коммерческих соображений. И не было ни одного момента, когда я, значит, чего-то там боялся и так далее, и так далее. У нас в музее, в первом, у нас есть четкая традиция. У нас, если есть какие-то острые работы, то там обязательно стоит табличка, детям до 18 там или так далее так далее причем с объяснениями что есть там какая-то лексика или потому что mm -hmm. то есть но мы показываем все а нету кстати не пришло в голову у нас а, таких табличек что это произведение какая-то фильм могут оскорбить чувства какие-то вот такой дисклеймы мы потому, хотели с Темой даже конкурс сделали из куча замечательных проектов и в общем- то была такая идейка, даже причем э, там один художник разработал для, э, ну, как из фруктов. Ну, яблоко mm -hmm. это же как бы плод э, познания. Познание, добра и да. зла. Добра и зла. Значит, яблочко надкушенное, это значит, вот здесь могут здесь, как бы, вот, потом бананчик и клубничка. То есть, то есть, mm -hmm. <laughs> то есть бананчик здесь порно, да, здесь, да, да. значит, клубничка, здесь, значит, эротика, значит, и яблочко, здесь, значит, могут быть ваши. Как бы религиозно, ну, потому что они ослушались Бога, да, фактически, да, Адам и Ева, когда, значит, съели яблоко, они, значит, ослушались. интересно, нет, вообще жалко. Вы, да. вы не довели этот проект. Мы а... будем делать э, выставку лучших э, табличек работ. таких. Да, там их много, там порядка хороших работ, порядка 50. А так-то. Ну, Тёма Лебедев у него. там все дизайнеры живут у него в блоге, поэтому он объявил этот конкурс, и там очень много работы. Я думаю, что мы сделаем эту выставку. Потом начнем Каким-то образом у нас нет возможности законодательно закрепить, как 18 плюс, 16 плюс 0. Ну да, но мне кажется, к этому идет, потому что сейчас культуры и вообще публичное пространство, тексты все больше маркированы вот этими вот лейблами, цензурными. И, собственно, да, я сейчас вспоминаю об Америку, там там the following segment may be regarded offensive by some viewers. Не, ну текстовые, вот, э... текстовые есть, и мы их используем. Просто надо. Смотрите на собственное усмотрение. У них проблема говоря. же в чем? Вот эти люди, которые протестуют против, они как раз не ходят ни на какие выставки, кроме этих. То есть я понимаю, что вот человек, вот я с ребенком хожу по музеям, и вдруг вы меня, значит, в одном из музеев значит, показываете там обнаженное тело, там метрополите, а я не хочу своему ребенку показывать. Угу. Это люди, которые вообще в музей не ходят, искусством не интересуются, но откуда-то получают какую-то информацию, что именно и они приходят именно на те выставки, где они почему-то думают, что их могут там оскорбить. Ну, интересно, но они все-таки тоже своим своеобразным, достаточно извращенным способом создают контекст вот эти люди. Потому что, ну, смотрите, ну, естественно, я здесь ваш, вас, вас не буду в этом подозревать, но я думаю, что если бы вот эти вот ряженые казаки, которые да. являются на винзавод на вашей выставке, вот они ведь тоже каким-то образом переозначивают э, произведение искусства, и они дают гораздо большее поблизости, где-то, по-моему, вы говорили, когда к вам в Краснодаре пришли эти казаки. Да. Так после этого на следующий день там вам в 40 раз больше людей пришло. 40 раз больше, чем обычно. Так это я бы на вашем месте вообще этим казакам приплачивал бы, чтобы они являлись и как бы, так сказать, еще больше обостряли проблематику этого произведения. Вот ну, произведение, вот они, общество. Они не обостряют проблематику, да, они увеличивают, условно говоря, там, может быть, кассу, да, но, во-первых, галерея не работает с кассой. То есть, как бы, галерея профессиональная институция, для нас это то есть посетители это некий побочный продукт это, вашей работы с клиентом. То есть мы, мы как бы в качестве такого некого правила у нас работает открыто, но мы билетов не берем, и для нас много посетителей скорее проблема, угу. дополнительные сотрудники там и так далее и так далее, чем <coughs> чем то к чему мы стремимся. Вот. Значит, здесь же проблема в чем, что безусловно эти люди, ну, в каком-то смысле, ну, например, там в Новосибирске выставку Родина, фактически они сделали всю рекламную кампанию выставки. То есть вместе с губернатором, который пытался запретить и так далее, и так далее. То есть, безусловно, они... Но это, э, как бы так сказать, это в том смысле, что все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Ведь он хотел запретить. И если бы он запретил выставку, да, ее бы никто не увидел. Но так как он проиграл и... Нашли среди жителей города бизнесмены, которые сказали, не будет это невежественное чмо, которое нам назначили. Не будет оно решать, что нам смотреть и что нет. Нашли независимую mm -hmm. площадку, открыли. И вот тогда его негативное, то, что он хотел сделать против, оно действительно начинает работать положительно. No, ну но да. Но ведь мог же и запретить. Ведь он же предыдущий, то есть, то есть там была целая, целая история. Поэтому да, все, что если все-таки вот в этой ну, некой такой дискуссии ты выигрываешь, то тогда получается, что любая проигравшая страна работает как бы на тебя. Все, что тебя не убивает, делает тебя сильнее. Да, в да, да. Случае, как да. в Новосибирске, да, у вас Абсолютно когда да, там так. Закрывал... То есть один раз закрывал, второй раз Аэропорт закрывал. у вас да. выгнали, да. и в результате... Но ну, в Новосибирске все-таки общество и местный бизнес сумел да. организоваться и вас Новосибирск, выставить. Новосибирск — настоящий город, настоящая столица. Ну, об этом уже, к сожалению, мы не успеем поговорить, потому что время нашего эфира подошло к концу, а еще много тем хотелось бы о вашей деятельности, собственно, по подъему не московской культурной сцены, о том, как вы хотите 150 современных художников из провинции вывести в Москву. Но сделаем это для каких-нибудь следующих эфиров. А пока что, вы знаете, Uh, я думаю, что вот из этого разговора я для себя вынес uh, идею невероятной, то, что за последний год сдвинулись, в том числе благодаря акции Pussy Riot, границы вот этих вот пространств, о которых вы говорите, художественного пространства, профанного пространства и сакрального. И это невероятно интересно, потому что мы не знаем, как каждое из пространств может быть означено. Любое вот то, что Бойс говорит, любое пространство может оказаться неожиданно художественным, может Георгиевский зал в Кремле, кто знает. А с другой стороны... Вот Но это Бойс вот... имел в виду очень, очень важную вещь, которая вот сейчас... Э, то есть вот, условно говоря, как э, э, Орхол, родоначальник современной рекламы, так Бойс, получается, родоначальник современного креатива вот этого. То есть он говорил так, что на любое действие ты можешь взглянуть как на художественное и найти в нем какую-то эстетику и оценить его с эстетической точки зрения. И любой человек-художник... Вот это и вот то, что любой человек-художник это фактически революция. То есть это и есть креативность, может находиться мы начали говорить, художник кухни. Ну, я думаю, это очень хорошее, хорошее высказывание нам на завершение передачи. Любой человек-художник, стирание этих границ, или говоря по старнаковскими словами, здесь кончается искусство и дышит почва и судьба. Так вот, эти почвы и судьба становятся художественным актом. У нас в гостях был Марат Гельман, галерист. Спасибо вам, что были у нас сегодня вечером. Это программа «Археология». За пультом Иван Куприянов, продюсер Дина Дорбовская. Я ваш археолог Сергей Медведев. Доброй ночи и удачи.